пограничные сутки начинаются с 20:00. Сам я уроженец Стольничины, родился и вырос в агрогородке Плотница. Проводится у нас работающий участок. При обнаружении третьего нарушения государственной границы поставят собаку за полосет, все довести до государственной границы. Когда нес службу пограничной часовой участка границы, когда увидел стаю кабанов, тогда реально было страшно. Я Горегляд Александр Валентинович, командир отделения пограничной заставы Котельня Боярская Брестской пограничной группы. Сейчас я вам расскажу о жизни военнослужащих на заставе. Служба на границе специфична. Специфика заключается в том, что граница охраняется круглосуточно. Все происходит очень неожиданно. Есть рубежи, которые никогда не срабатывали, идут они сработали. Надо быть постоянно готовым. Подбор экипировки в пограничный наряд зависит от многих факторов. В первую очередь, это вид пограничного наряда. Во вторую, кто назначается старшим пограничный наряд. В третью, это погодные условия, ну и время суток. То есть днем это оптические приборы наблюдения, а ночью это приборы ночного видения, ну либо там тепловизоры и другие средства охраны границы. Поначалу, конечно, было страшно выходить на границу ночью, так как охраняемый участок очень большой, а вас всего двое. Во время прохождения учебного пункта мы проходили отбор как психологический, проходили разные психологические тесты. И те военнослужащие, которые его прошли, пошли служить на заставы. То есть им доверяют боевое оружие. Лично мое мнение, это большая ответственность. Идти в наряд, где неизвестно, что тебя ждет, при себе иметь огнестрельное оружие. Ведь любая стрельба в границе, это может привести к невероятным последствиям. Более волновало меня это ранний подъем, так как дома такого не было. А здесь у тебя подъем, и ты сразу идешь в какой-то наряд и несешь службу. Также подъемы по сигналам тревог, так как ты выезжаешь на участок, либо не на рубеж какой-то, и ты не знаешь, что тебя ждет. Самый длинный маршрут за мою срочную службу составил около 28 километров. В любой момент, если где-то ты сомневаешься, в посторонних звуках, либо в присутствии кого-нибудь, можно связаться с дежурным, который вышлет тебе помощь. Вот это вот моя застава, наш маленький дом, в котором мы отдыхаем после службы, ну и несем самую непосредственную службу. Давайте я вам покажу, что там есть. Здесь располагается дежурное помещение, в котором дежурный ведет дистанционный контроль по всему охраняемому участку. В дежурном помещении присутствует большое количество камер с системой записи видео, также монитор самого дистанционного контроля, рабочий компьютер, ну и система GPS-мониторинга пограничных нарядов. Несмотря на то, что сейчас день, некоторые военнослужащие отдыхают после несения службы ночью. Здесь у нас находится спортивный зал, в котором свободное от службы время, а также при проведении занятий военнослужащие могут спокойно заниматься, отрабатывать какие-то приемы. Расположена солдатская баня, в которой есть 4 удобные душевые, большой неглубокий бассейн, в котором мы каждую субботу набираем холодную воду. Здесь я вам покажу, расположена сама парилка, очень удобная, просторная. На заставе на самом деле очень вкусно кормят. На завтрак, как правило, это какая-то каша, либо перловая, гречневая, пшенная. Обед – это полноценный обед, это первое, второе, третье, компот. Как ни странно, самое любимое – это вот картофельное пюре и жареная рыба.
Ну, ни для кого не секрет, что 28 мая – это наш праздник. Начальник заставы организовал нам праздничный ужин, на который мы готовили себе шашлыки, разные закуски, салаты. Создалась такая уютная домашняя атмосфера. Есть день рождения, который мы тоже стараемся как-то отметить. Просим поваров приготовить что-то там особенное. Больше всего мне нравится в службе именно на границе, на заставе, то, что каждый день ты выполняешь разные задачи. То бишь у тебя каждый день разный наряд. Во-вторых, подъемы по тревогам не дают скучать, нет этой обыденности. Только что закончился боевой расчет, начались новые пограничные сутки. Сейчас, в данный момент, я был в составе тревожной группы. В ходе проверки участка обнаружена одна дорожка следов в границу. Была поставлена собака на запах и след, в результате чего был задержан один учебный нарушитель. Такие тренировки проводятся у нас очень часто. Таким способом проверяется тревожная группа. Задача была выполнена в полном объеме. По окончанию моей срочной военной службы я хочу посоветовать тем ребятам, которые только начинают этот путь, это запастись в первую очередь терпением, слушать советы как и офицеров, так и командиров отделения, качественно выполнять свои обязанности, поставленные задачи, не забывать, где они находятся, это все-таки армия. Здесь нужно быть требовательным к себе в первую очередь и к окружающим.